Приветствую всех зрителей! С вами Мэрил Дэн, и сегодня мы продолжаем проходить игру под названием «Серый сад». И прошлую серию мы закончили на том, что кейсы собрались до конца пещеры. Итак, давайте же узнаем, что же там у нас находится. Воу, какие узорчики на стене! Тут что, инфантиль побывали? Робери, это тупик. Пожалуйста, да просто быстро уйдем отсюда. У меня камушек в туфле. Камушек? Это нехорошо. Давайте его уберем, а то еще мозоль натерем. Это же та гадина, которая на саду напала. Вот. Что? Ты что, ее съела? И это, по-вашему, был крик летучей мыши? Ну и ну. А? Что это был за звук? Что ты ешь? И почему твой рот в крови? Господи, да она съела сырую летучую мышь. Извращенного вкуса, мадам. Я не знаю, что ты говоришь. У тебя не съедут ее все подряд, Робери. Вкуснятина. О, я знала, мне не следовало сюда приходить. Но все-таки пришла. И желание подруги — это святое. А вот и Йосеф и Фроуз. Чем тут занимаетесь? Сегодня хорошая погода. Поторапливайся и закончи с урванием сорняков, пожалуйста. Ну ты же подождешь меня, ты же такая хорошая, Фроуз. Я ухожу. Ха, не такая уж и хорошая. Подожди, прости, еще закончу. Сафаев вырвал сорняки со сорняческой скоростью. Ну, он дает. Настоящий садовник. Ну что, Фроуз, теперь ты довольна? Я все сделала! Я уже их миллионы раз урваю. Да-да, иди расскажи мисс Гриф. Окей. Хорошо. Мисс Гриф? А где же эта учительница? Мисс, где же вы? Может быть, в школе? О, похоже, эта стрелочка показывает нам ее местоположение. Проверим, проверим. Музыка стихла. Интересно, мисс Гриф учительской? Учитель! Я закончила вырывать сорни... Что это? Говорит нам учитель А. А? А учитель Б... Говорит, какой-то набор слов. А? У них собрание? Нет-нет, я знаю. Они бы не сделали ничего подобного. Тогда это должно быть... другие. Ну, кто бы это ни был, я не знаю. Во всяком случае... Так что мы... О, да! Что мне же делать? Это страшно! Что страшно? Что он пугал учителей? Комиссия к вам едет? О чем не разговаривают? Но... Я подслушиваю! Это так волнующе! Это уж точно! Как бы нас с этим занятием не словил бы кто! Не считая этого, мы должны принять меры предосторожности. Действительно. Что? Должно быть, они обсуждают новое меню. Новое меню? Что-то дико в этом сомневаюсь. Но мне нравятся необычные пироженки. Ага! Попались! Что ты здесь делаешь? Я закончила вырывать сорняки. Я вижу. Хорошая работа. Сделай свою домашнюю работу к следующему разу.
Я поняла. Ну, мы, конечно же, ее не сделаем. Я тут даже не сомневаюсь. А вот и дьявол стоит на полянке с цветами. И его братишка... Брат. О, вот. Ну, ты что-нибудь нашел? Ничего пока что. Но есть кое-что, что меня заинтересовало. Я должен проверить, чтобы быть уверенным. Понял. Ну послушай, не будь таким опрометчивым. Я знаю. Что же такое обнаружил Водос? Надеюсь, мы скоро это узнаем. А пока что у нас новая глава. Идут наши учителя. Несколько дней спустя. Что же произошло? Спустя несколько дней. Сафаер. Я Сафаер! Мы снова в своей кровати. О? Кто это мне зовет? Держу пари, что это Фроуз. Естественно, это она. Я Сафаер! Вставай! Ты опоздаешь! О, время пришло? Да. Вставай, вставай. Умывайся, одевайся. А книжечка? Там что-то изменилось? Вырывание сорняков. Как много раз я уже это делала? Я такая идиотка. Как я могла забыть свою домашнюю работу? Идиотка! Идиотка! В следующий раз! В следующий раз ты тоже забудешь, да? Я в этом не сомневаюсь. Это же ты! Ну что, мы пришли. И вижу, ты не совсем в духе. Так медленно. Надеюсь, что Соник, чтобы собираться со скоростью света. Прости. Как думаешь, сколько тебя тут уже зову? Я сказал прости. Спасибо за ожидание. Пошли. Хорошо. Ну что ж, нам снова топать в школу, да? Ну конечно. Надеюсь, мы усилим домашнюю работу. Хотя кто его знает. Итак, школа. Вот мы снова к тебе пришли. Время учиться. Так, ну куда же нам идти? Это учительская. Нам, похоже, не сюда. И не сюда. О, нам сюда! Заходим. Да вы гляньте, это похоже на наш класс. Тут челом-дьявол сидят. Она сказала «Доброе утро». Как ты это поняла? Ты что, язык жестов знаешь? И дьяволу. А, пазующий Сафаер. Доброе утро. Робери Макарона. Я Сафаер. Ты как раз вовремя. Это да. Макарона. Доброе утро. Доброе утро. Поздоровайся со всеми. Пора и за парту садиться. А вот и учитель. Ну, чем же будете нас учить? Я засыпаю. Что, опять? Опять мы все пропустим. Но если подумать, мне интересно, другие миры такие же? Сейчас следующая страница. И Сафаер, пожалуйста, прочитай четвертую строчку. А? А, да! Джимми! Что? Что это значит? Даже учитель не понял. Зачем ты читаешь свои калеки? Простите, я не слушала. Простите. Правда, простите. О, так ты думала о чем-то? Так. Да, действительно. Мне стало интересно, другие миры такие же? А,
Если подумать, та летучая мышь, которая атаковала Сафар недавно, она пришла из другого мира. Но мы пока что не знаем деталей. Бургеры из мышей. О, правда? Учитель, что это за другой мир? Я тоже хочу знать. О, да. Но я не могу говорить за все миры. Но знаете, там, где я жил, круглый год была плохая погода. Это было реально запущенное место. А? Учитель, так вы из другого мира? Верно. А? Верно? Он не рассказывал об этом раньше? Из какого же вы мира? Я бывал лишь в этом мире, и в том, в котором родился. Так что я лишь слышал о других мирах. И да, я посетил только эти два. То было кровожадное, пылающее огнем и черное как смоль место. Да, похоже, вы родились весьма недружелюбном мире. Да, у него много отличий. Состав моего мира полностью отличается от этого. Состав? Там меня окружали только демоны, которые все время замышляли не самые приятные вещи. О, вы упоминали об этом на другом уроке. Робери заснула. И совсем не интересный рассказ. Ну а здесь все мирно живут под голубым небом. Место, где я жил, мир демонов, был выше неба и... И что же? Ну, мы вновь отлились от урока. Мисс Гриф меня не простит, если вас не буду учить. Ну хорошо, уроки превыше всего, потом поболтаем. Постойте, учитель! Последний вопрос! О чем же он? Как вы пришли в другой мир? Если ты будешь очень сильный, ты будешь в состоянии это сделать. О, так я смогу! Не в этот тысячу лет. О, да, нам еще долго ждать. Ну что насчет вас, мистер Лоури? Вы сюда сами пришли? Нет-нет, я не могу этого сделать. Тогда как вы тут оказались? О, я был перенесен сюда. А? Перенесен? Перенесен дьяволом из моего мира, как видите. Значит, в каждом мире есть свой божок и свой дьявол. Учтем, учтем. Ай, Сафар храпит. Все-таки мы заснули. Ай-яй-яй, нехорошо. Все храпим и храпим. Эй, вставай. Раз пендель, два пендель. А? А? Что случилось, Фроуз? Занятия окончены. А? Ты не должна расслабляться, только потому что принесла свою домашнюю работу. Да. Йосеф, пожалуйста, учись. Прости. Оу, Фросон заботится. Как мило. Ну а что же делать нам? Разве не закончены? Мы можем уходить? Фрос, пошли! Эй, Фрос! Чем займёшься после этого? Я закончу свою домашнюю работу здесь. О, но после школы мы должны отдохнуть. Мне это не важно. Чёрт, отлично. Фроуз с нами не пойдет. Макароны? Робери, пожалуйста, прекрати атаковать этих бедных жуков. Каких еще жуков? Чем вы занимаетесь? Макарона? Даже не хочу знать. Оставим вас. Снова клюешь носом?
Да-да, мы снова спим. Хелан, как всегда, молчит. Куда же нам идти? Домой, небось? Хорошо, попремся домой в гордом одиночестве. А? Что там? Что же там случилось? Небось, что-то важное. О, дьявол и бог? Что тут делают? О, редко вижу этих двоих снаружи. Что они здесь делают? О, у них свидание? Эх, Йосеф, у тебя не свидание, но уме. Что учителя в библиотеке? Что здесь? Одно и то же. Но постойте, они же всегда вместе. Давайте посмотрим. Проследим за ними. Ну что ж, я не против. Хотя сильно заметят, будет не очень хорошо. Будет очень плохо. О, звуки прибоя. А вот, собственно, и море. В любом случае, вот зашел что-нибудь? Нет, пока что ничего. Понятно. Но с новостей это хорошие новости. Допустим. Хей, эти. Да. Что ж вы снова молчите? Ну? Ничего. Я просто вспоминаю прошлое. Это и вправду смешно. Ты такой интересный. Эй, ты смеешься надо мной? Нет, нисколько. Ну, да, многое случилось. Было время, когда запечатала тебя под землей, но очень большой срок. Да, это было. И я ударил тебя перед этим. А в конце мы сошли в серьезной битве. Помнишь? И тогда ты выколол глаз Водосу. Так значит, это дьявол его выколол. Неожиданная информация. И я также разгромила всех твоих подчиненных. Айти сильно. Столько воспоминаний. Да, так много. Ах да, есть кое-что, о чем я хотела спросить. Что? То заклинание, которое ты использовала мне в самом конце. Что это было? О, ты имеешь в виду... А не должен ли бог это и так знать? Нет, не должен. Ну скажи. Это секрет. Ну... Это секрет. Скажи мне. Когда-нибудь. О, секретчик. Не так хорошо. Но чувствую, Тиф от него не останет. Ну, в любом случае... Почему ты снова использовал его на мне? Почему? Действительно. Что? Не мог сказать ранее? Секретчик. Мега-секретчик. Ультра-топер-идиот. Я думала, оскорбления на него не действуют. Я заставлю тебя сказать. Ты же знаешь. О? Испытай меня. Но я не буду. Пускай преимущество будет на твоей стороне. Понятно. И снова все краснеют. Ну что ж это такое? Каждый диалог заканчивается смущением. А я Сафар, похоже, нравится послушивать. Не буду им мешать.
Это верное решение. Пускай головки воркуют, а мы... Ну, мы, пожалуй, пойдем. Фроуз, ты там не закончила? Похоже, нет. Она отсутствует в дворике. Значит, мы пойдем домой. А может быть и не пойдем. Почему-то мы остановились. Топаем, топаем. А? Что там? Что там за школой? Школьники алкоголь потребляют? А нет. Тут какой-то чувачок с той самой мышью стоит. Но разве Робер её не схавала? И она воскресла. Он реально давит на меня. Ха. Да, это, пожалуй, проблема. Во всяком случае, давай ему доложим. Кому это ему? Кто вы такие? Что вы тут делаете? Это плачущая тучая мышь, которая атаковала меня. И... Кто этот парень? О, а их и след простыл. Быстро они слиняли. Что-то мне сюда не нравится. Что же будем делать? А? Они ушли. Куда они пошли? Та мышь была раньше в цветочном саду. Может быть, они снова туда пошли? Цветочный сад? Ну, даже сказал, не приближаться к нему. Или мы рисковые девчонки, мы все равно отправимся. О, вот наша компашка. Ребята! Хм, Йосеф, где ты пропадала? Плохие новости! Очень! Там была странная штука! А? Я думаю, они пошли в сад! А? Неважно, неважно! Давайте пойдем! Окей! Ничего не объяснила, но они все равно сами пошли. Настоящие подруги. Итак, значит, сад нам топать. Думаю, перед этим лучше сохраниться. А то если мы наткнемся на них, будет не очень-то хорошо. Садик. Ага, экран уже потемнел. Значит, мы уже их догнали. Ну а что же произойдет дальше, мы узнаем в следующей серии. А пока что всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем счастья и добра. До свидания. Пу-пу-ти-пу, пу-ти-пу, пу-ти-пу, пу-ти-пу.